Теперь обо всем поподробнее. 9 мая праздничные гуляния прошли во всех городских площадках, в том числе и в парке Наташинские пруды. О том, как это было, в репортаже Анна Троян. Праздничные концерты в День Победы охватили весь городской округ. Многонациональный российский народ ликует повсюду. В Наташинском парке тоже насыщено. Здесь организаторы подготовили особенную программу. Зажигательные танцы, песни о мире на земле, всевозможные лакомства и развлечения для гостей всех возрастов. Все это и многое другое ожидало 9 мая жителей северной стороны в Наташинском парке. Особый колорит празднику подарила национальная культурная автономия армян. Коллектив «Эриван» исполнил национальный танец. Лично День Победы – это тот праздник, когда мы должны отдать честь тем людям, которые за нас воевали, которые дали нам чистое небо над головой. Сегодня я здесь работаю, как бы я был на параде, участвовал, только в другом городе. Это великий день, великий праздник наших бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек, наших близких, родных. Чистого, мирного неба над головой, чтобы мы были всегда живы, здоровы и жили над таким чистым небом, как сегодня. С победой! Ура! 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 С победой! Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ, подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.